Я готов твой ход. Да. Будешь врать? Хочу на линии. Врешь. Адила, я Imogen Sather. Можно войти? Этот процесс волнует. Я говорю. Волны от старта. Я покажу. Готова? Да. Ты молодая номер один? Я. Мы в Париже? Мы. Хорошо. Сидишь на стуле? Я. Хорошо. Волнует детектор лжи? Немного. Говоришь правду? Хорошо. Молодец. В The Veil говоришь по-арабски, по-французски, по-английски. Сколько языков говоришь? Говорю на этих трех. Французский слаб. Обычно использую арабский. Потом английский на работе. Такой же опыт. Твой французский лучше моего. Говорю по-французски. Да, акцент плохой. Неужели твой персонаж в The Veil лжец? Считаешь актерство ложью? Считаю. Мой отец всегда говорил мне, что стал актером, ведь всю жизнь тренировался врать. И вот почему у меня это нормально получается. Обожаю врать перед камерой. Ага. Часть, где говорит о вранье перед камерой, была правдой. Суровая правда. В начале всего стоит хорошая ложь. Правда? Я обалденный врун. Снимали завесу в разных странах. Где бы жила? В Париже, Стамбуле или Великобритании? Скорее, Великобританию. Правда? Лондон. Не ожидал этого. Мне нравится Лондон, там мои кузины и друзья. Ага. Играешь и снимаешь. Что приятнее, актерство или режиссура? Оба нравятся. Люблю в режиссуре быть властным. Люблю сама принимать решения. Нравится ставить саму себя? Да. Почему? Почему? Так проще. Ведь знаешь, чего хочешь, и не споришь сама с собой. Нет. Когда мы снимали «Вуаль», хотела ли ты меня инструктировать? Нет. Думаю, ты сейчас врешь. Боже мой, видно, что не скроешь. Это еще не поздно. Что хочешь сказать? Нет, не хотел. Боже мой. Нравится наблюдать. Никогда не хочу что-то сказать. В следующий раз, снимая, посмотрим, хочешь ли что-то сказать. Ты видела, как я это делал. Просто. Я сделаю это сам. Смотрела ли ты рассказ служанки на Хулу? Видела, но только 3 сезона нужно закончить. Хорошо. Она говорит правду. О, нет, она врет. Знаю, она не видела. Я лгу. Я знал, что ты сделаешь так же. Видишь, это сработало. Видела 3 сезона. Да. Досмотрю после съемок. Врет сейчас? Нет, не врет. Нравилось ли тебе это на полиграфе? Нет, на самом деле нет. Это ложь? Мне это понравилось. Сразу же выстрелила туда. Мне понравилось. Это довольно интенсивно. Да. Пожалуйста, не лги мне. Весело и волнующе. Как наша новая серия «Вуаль». Смотреть сейчас только на Хулу.